Нет, вы мне объяснять надо отстреливаться, господа. Мне нужно просто тупо отстреливаться. С вами Герон. Сегодня у нас вторая серия выживания в этой чертовой пустыне, где я выполняю разные квесты, отстреливаю от разной живности, в том числе скелетов и прочие праздно шатающиеся. Пум! Ни хрена себе. Офигеть можно. Подождите. Так, сейчас мы собьем косточки. Мне нужно всего лишь навсего 4 кости. Теперь берем в руки... Нет, это зубучие пески, не подходят. И бежим к домику. Главное, чтобы за нами не забежал какой-нибудь сраный крипер. Все. Отлично. Теперь... Хотя... Ладно. Теперь нам нужно из этой штуки сделать вот такую вот клюшку. Вот так вот. Нет? Подождите. Так, сейчас я гляну в книжку с рецептами. Где она тут? Вот она. Так, и называется это клюшка. Так, Redstone Torch. Storage Chest, Obsidian Turret. Вот она. Ага, то есть вот так вот. Все. Нам теперь нужно бегать и собирать стринги, как бы это забавно ни звучало. И, кстати, из лимонной травы можно делать какую-то лимонную еду или жидкость. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, Lime Obsidian Gold Nugget, Golden Carrot, золотая морковка, понятно, золотое яблоко, как обычно. Кактусовый сок из кактусов можно делать. Во, как мы будем утолять жажду, наконец-то разобрались. Из лимонной травы можно тоже сделать лимонную жидкость, но нам нужна баночка с водой. Окей, а вот из кактусов делать просто отличный вариант. Что еще тут можно питье делать? Из глаза можно сделать сок. Я так понимаю, что он меня отравит. У меня абсолютно нет никакого желания выяснять, что будет, если я умру, если честно. Так, давайте мы с собой возьмем баночки, выбросим этот весь мусор вообще нафиг. Как последние не знаю чего. Сейчас я вам покажу, ребятушки. Так, и теперь смотрим вот что. Где у нас тут квест? Угу. Shifting from spells. Так. Мне нужно шести... Так, Silk Mesh. Silk Mesh. Что это такое? Это какой-то материал. Silk Mesh это можно перевести как такой жмак... шелка. Где он тут? Silk Mesh. 9 стрингов нужно. Угу. Окей. Как говорится, как настоящим героям не имется. Им охота умереть побыстрее. Так, яблочки я возьму с собой. И побежали. Привет, зомбяшка. Я там видел как раз вот здесь. Да, криперов видел. Вот найти место лучше не мог. Да блин. Да умрите вы уже. Куда? Куда пошли? Так. Делаем обходной маневр. Ломаем. Получаем стринг. А, так, у нас 5 стрингов. Отлично. И мне бы, конечно... А слушайте, а может быть с пауков стринги соберем? И хрен с ним. Так. Крипер, давай бабахни этого глупого скелета. Да, я, наверное, попробую сделать... Злобно убить какого-нибудь немирно ничего не подозревающего паучка. Ха-ха. Так. Давай. Давай. Черт, я не могу в него попасть почему-то. Во, вот теперь я могу легко в него попасть. И он оставил после себя паутину. То, что мне нужно. Так, семниток. А, сейчас бабахнет меня за спиной. Все, 9 ниток, до свидания. Ей, вы меня не достанете, паразиты. Какой-нибудь блок быстренько заставится. Есть. Все. Теперь. Нам нужен Silk Mesh. Silk Mesh, я правильно понял, да? Silk Mesh. Угу. Окей. Вот так вот. Silk Mesh.
Так, теперь нам нужно Oak Switch. Это дубовый просеиватель. Oak Switch, где ты находишься? Черт, тебя побери. Не вижу. Нам нужно 6 досок. Дубовых. И просеивалка. Каким-то образом это делается. А, нет, это не работает, окей. Там сказано, что сбиваются 6 досок. Черт. Как-то не так это делается. Так. Крафтинг модуль Redsype. Нету тут этой штуки. Планкс, нету Storage Oak Switch. А, вот в таком. Угу. Так, и мне тогда одна доска еще нужна. Так. Угу. Так, вот. Вот так вот. И вроде бы теперь мы сможем просеивать песочек. Куда бы мне это поставить? Давайте мы поставим вот сюда. Так, теперь. Хочу затестить, не отходя от кассы. Далеко. Тихо. Слушай, иди отсюда. Вообразил тут себя самым умным, понимаете ли? Так, не будем сейчас. Главное, чтобы крипер не пришел. Главное, чтобы не пришел никакой крипер сраный. Когда же день наступит наконец-то? Тут ночи длинные, и у меня как на грех нету кровати. Так, теперь я могу поставить... Нет, мне нужно наверх этого ситечка, можно поставить пыль. Вот так вот, и она автоматически просеивается. Мы получаем кучу ресурсов, но самое главное, там чаще всего... Чё? Ой, японский городовой. Блин. Чёрт. Твою же налево. Ауч. Чёрт, тут напали какие-то инопланетяне. Что мне делать? Если... А чё я буду, если я сейчас умру? Так, я, по-моему, должен был отсюда каким-то образом убежать, что ли. Должна быть надета шапка, но мне что-то нехорошо от эндермитов. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Я просто бесконечно умираю. Я должен идти надеть шлем. Я не успеваю надеть шлем, блин. И что делать? Как в это играть? Ребят, я не знаю, как это делается и что можно здесь сделать, но, по-моему, ситуация очевидна. Что значит, я не имею разрешения использовать эту команду? Ребят, ситуация уже не смешная. Ауч. И как я вот этих эндермитов должен убивать? Чем? Черт, извините уж за читерство, но это продолжалось бы слишком долго. Потому что мне накладываются негативные эффекты даже в креативе, что вообще маразм само по себе. И как избавиться от плохих ощущений? Меня тошнит, мутит. Я не могу никого толком убить. Черт. И у меня нет шлема, что самое главное. Так, а что делать в такой ситуации непонятной? Так, давайте шлем наденем. Так. Забавный баг. Извините, но я так и не понял, что я должен был сделать. Не понял. Ладно. Так,
Now use to make cobblestone. Ага. Я должен сделать печку. Для этого делается следующее. Мы должны получить много маленьких камешков. У нас 6 штук. Мне, значит, нужно 2, 8, 32 штуки. Значит, для этого я сейчас пойду за песком и вернусь. Знаете, я тут понял, что произошло. На самом деле это и есть случайное событие. Они вообще никак не связаны ни с квестами, ни с прохождением карты. Они просто случаются, чтобы вам скучно не было. Ресурсов, кстати, куча. Редстоунов. Нет. Порошка и прочего. В принципе, со временем надо будет сделать, конечно, накопить немножко, как его называют, ниток. И сделать себе пару-тройку сеялок. Одной, конечно, маловато будет. Но, тем не менее, забавно. Короче, эта система, она обладает чувствительностью, куда именно класть. Вот сюда, в левый нижний угол надо было класть. И опять-таки надо класть по одной штуке. Раз, два, три, четыре кабла. И так поштучно. Чрезвычайно удобная система. Хорошо, хотя бы печка крафтится привычным образом для нас вот так вот. И дальше мы сможем переделывать, пережаривать эти самые пыльки. Для того, чтобы сделать гальванизированную сталь, нам нужно 3 железных слитка, 3 цинка и 3 либо угля, либо древесного угля. Это, конечно, очень дорого, но сталь очень важный материал для того, чтобы крафтить всякую чепуху и ерундовину. Окей. Цинк у нас есть, древесина у нас есть, деревья вроде бы там растут. О, костной муки у меня теперь дофига. На. И не хочет переживаться. Ну что, на угле только хочет? А что можно сделать из угля? Так, подождите. Да, то есть я должен вручную сейчас переделать цинк вот таким образом. Понятно, это очень интересно, очень увлекательно, ничего не скажешь. Угу. Очень интересно, очень увлекательно, главное. Ха-ха. Так, ладно, пока никого нету. Нет, я все-таки закрою вот сюда доступ. Так, давайте смотреть. У нас еще какие-то инструменты можно сделать. Можно сделать саху, можно сделать граблинг хук, наконец-то, я очень его хочу. Можно сделать меч, пикейкс, топор. Лопаты нету. Что интересно. Лопаты здесь нету. Цинк. Угу. Понятно. То есть лопаты нету для того, чтобы мне было сложнее добывать этот самый песок. Забавно. Ой, хитрые. Ой же хитрые. Ладно, что я должен сделать сегодня? Я должен сделать сталь. И из этой стали я первым делом, знаете, что сделаю? Это, конечно же, кирку. Бля, чему я смогу добывать нормальное железо? Угу, вы правильно подумали. Я очень хитрый. Я очень хитрый. Ха-ха. Ладно. А с вами Герон, и, в общем, тот кусок видяшки, большой кусок серии, просто тупо не записался. Крашнулся Майнкрафт, гавкнулся в Фрапсик. В общем, все очень плохо. Но, тем не менее, что было про я делал за кадром? Я очень долго, нудно превращал, значит, просеивал песочек через нашу сеялку, вон туда. Получил кучу пыли, в том числе цинка, железа и так далее. Из них я сделал сталь по вот этому рецепту, сейчас покажу. Мне за то, что я сделал один кусок стали, выдали еще один, подарили. Потом сковелили сделать ножницы из этой стали. Хотя я мог бы эту самую сталь потратить хотя бы на меч. Ну или в идеале вот на, как его называют, на кирку. Но увы, вместо этого я должен сидеть и рубить листву. Мне нужно 80 кусков листвы, не 60, ребята, а 80, и куча древесины. Так что вы не особо много пропустили. Я не знаю, сцена с нападением эндермитов, по-моему, сохранилась. Это гвоздь сегодняшней программы. Обалденно. В принципе, можно, конечно, еще из гальванизированной стали будет себе сделать, непосредственно, топор. Но это гринд. Нет, я не хочу больше гриндить так много и так часто. Сейчас мы сделаем квест и до свидания. Называется.
Так, вот так вот, сейчас вот так вот разделаемся. Там же, кстати, из песка выпадает огромное количество редстоуна, пороха. И из редстоуна и пороха можно, в свою очередь, делать как раз вот эти заряды редстоуна, которые идут как пули к моей пушке. Теперь самое главное. Из них вот таким образом можно... Из листвы, из 9 штук, можно сделать специально какую-то фиговину. Wet foliage. И нам нужно 9 таких штук, которые мы сейчас крафтим. Как говорится, очень увлекательный процесс. Так, ребят, здесь опять какой-то ивент случился, и у меня где-то что-то загорелось. Не понял. Да ёшкин, ёкарный бабай, что тут происходит вообще, ребята? Ивенты у них, видите ли, происходят. Балдеть. Теперь, согласно квестику, я должен эту всю фигню высушить. Да, из 9 я могу получить wet foliage. Затем могу высушить этот wet foliage вот здесь. Это мокрая листва или компост или что-то около того. У меня всего лишь 4 куска древесины, что довольно странно. Я же нарубил гораздо больше. Но мне сказалось, игра, нет, Герон, ты нарубил гораздо меньше. Нечего тут воображать о себе ни из чего. Так, мое тело 12 градусов, окей, все хорошо. И меня сейчас начнет мучить жажда. Что нехорошо. Самое печальное, что здесь кактусов ни черта нету. Значит, кактусы нам должны дать за какие-нибудь квесты и прочие достижения. Во благо цивилизации. Так, это я срубаю, это я ломаю. И вон то тоже ломаю. Все. Так, главное не забыть посадить обратно. Расти. Вот. Что еще я хотел сказать? Мы получаем высушенную листву. Ну-ка. Ладно. Окей, получаем 9 сухих фуляджев. И сейчас мы должны получить... Хорошо, хоть они выпадают, как нормальные блоки. И мы должны получить специально какую-то землю. Та-дам! Есть. Теперь мне должны за эту землю что-то были выдать. Ну ладно, не важно. Теперь я должен сделать хлеб. Теперь ты получил немножко больше земли, ты можешь фармить, ты можешь сделать саху из палочек и досок, вырасти немножко пшеницы и сделай себе хлеб в крафтовом модуле. Вау! Вау, какой увлекательный геймплей! Ну, извините, дорогие друзья, конечно, вся эта карта выглядела гораздо более многообещающе, чем я думал. С кем не бывает. Я считаю, что наше приключение в этом прекрасном мире можно заканчивать. Я просто посчитал, сколько мне придется страдать херней, чтобы сделать хотя бы маленькую грядку. Не, это без меня. Не участвую. Никаких приключений и экшена здесь нету абсолютно, но прилетают какие-то эти эндермиты, иногда портят настроение, иногда у тебя загорается мебель. Вау, какие крутые эвенты! Это был сарказм, если что. Но тем не менее, я надеюсь, вам было интересно, вы хорошо провели время, пожирая печеньки и попивая кофеёк-чаёк. А на этом все, дорогие друзья, благодарю за просмотр, не забывайте заглядывать в наш паблик ВКонтакте, там есть специальная тема, куда вы можете прислать интересные карты на прохождение. Более того, я помню, что был один чувак, который клятвенно обещал сделать карту на прохождение для Герона, но куда-то он потом запропастился. А также не забывайте лайк, коммент, подписка, заглядывайте в описание под этим видео, там мосты, чего интересного. Я вам, моя личная рекомендация, смотрите «Эпические приключения» и второй сезон этих эпических приключений. Всем удачки, всем пока. Фух.